Лига Ставок. Объединяем хоккей. Почему ты занимаешься хоккеем? Потому что я хочу забивать побольше голов. Хотел стать быстрым, спортивным. Потому что много денег можно зарабатывать. А что бы ты на них купил? Новый дом и машину новую, Audi. Мне мама и папа разрешают только за ХК Сочи болеть. За Сочи, конечно. А почему? Потому что занимаюсь. Миша, а что такое буллит? Ну, я не знаю, типа. Надо спросить у мамки. Есть у тебя любимый хоккеист? Угу. Овечкин. А расскажи, чем он тебе нравится? Ну, он 100 шайб забил когда-то, и я думаю, я его обыграю. А сколько ты хочешь забить голов? 100 миллионов и 500 миллионов. Малкин. А Малкин за какую команду играет? Сочи. Правильно. А кто такой Овечкин? Хоккеист. Ты же его знаешь? Да. А он за какую команду играет? За Челябинский? Или нет? Как? За Америку? Мечков. А чем он тебе нравится? Расскажи, пожалуйста. Сам не знаю. Но он голы умеет забивать? А сколько он уже забил голов за Сочи? 10. А ты знаешь кого-нибудь из хоккеистов в Сочи? Ну, не знаю. Да, Александр, нападающий, на лавке сидит. Что должен уметь хороший хоккеист? Помогать, ну, другому сайбу поздать. И драться. Дрался когда-нибудь на льду? Да. А из-за чего? Ну, потому что кто-то, я говорю, мы выиграем, а он потом начинает. А я его бью потом. А ты не боишься драться? А почему? Потому что я люблю хоккей, а на хоккее никто не боится ничего.